хотели ехать в Сочи, но открыли границы с Турцией, и мы сразу поменяли все на Турцию. Летим в Анталию. Сейчас сколько у нас? 3 часа 13 минут ночи. И вот так светло, красиво. Идем на вылет. Первый контроль. О, ничего себе, там толпы. Вон там. Я сегодня смотрел, сегодня из Пулково. 3 числа вылетает 9 самолетов в Турцию. А, и только в Анталию. То есть только в Анталию вылетает 9 самолетов. Причем там самолеты. Вот у нас самолет огромный, Боинг двухэтажный. Наши стойки регистрации 408-410. Какая тут огромная очередь. Это тоже, наверное, куда-нибудь. Тоже в Анталию. Короче говоря, все поехали в Турцию. В новостях писали, что в Краснодарском крае отменили чуть ли не 70% бронирования. Мы тут, похоже, первые. Ой, 408. Наше место. Прошли все контроли. Идем на посадку, там, где будет посадка. Огромный самолет. Мы долетели. Такая огромная толпа идет на выход. Сидим в автобусе, скоро поедем, наверное. Надеюсь, что скоро. Жара здесь стоит. 30 градусов, 28 сказали. Составляет 8 лир и 54 копейка. Так, евро 10 к 1. Город Анталии. Ну, Лапанталия называется. И рядом с ним депо. Тоже включен. Входит в состав Лапанталии. Которого в Турции считают, если вы загадываете желание и заезжаете в этот туннель, то ваше желание обязательно сбудется. А также, дамы и господа, у нас в Турции есть традиция небольшая. В Турции очень любят выращивать чай, также любят пить чай и также любят оставлять чай. Поэтому прошу вас оставить бакшиш нашему водителю за предоставленный сервис и за помощь с багажом. Всех благодарю. Всем приятной поездки. Наконец-то доехали до нашего отеля.
сейчас пойдем обедать сразу.